Всем привет! Вы на канале Кухня Семьи Булатовых. И сегодня я вам покажу, как приготовить быстро торт к праздничному столу. А для этого нам потребуется простое печенье 500 грамм, вареная сгущенка 380 грамм, 100 грамм грецкого ореха, 400 грамм бананов, 50 грамм шоколада. Берем любую кастрюльку и начинаем измельчать печенье. Семьдесят грамм грецкого ореха натираем на мелкой терке. Все перемешиваем. На мелкой терке натираем бананы. Все хорошо перемешиваем. Все хорошо перемешали. Добавляем сюда всю сгущенку. И также все хорошо перемешиваем. Все хорошо перемешали. Берем большую тарелку и все выкладываем на нее. Теперь одевайте перчатки и формируйте торт. Теперь натираем 30 грамм грецкого ореха на мелкой терке. Торт почти готов, осталось только натереть на мелкой терке шоколад. 50 грамм шоколада. Торт готов, ставим его в морозилку на 10 минут, потом можете украшать как вам угодно. А на сегодня все, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем пока!